Жители Каспийской улицы сетуют на состояние дворовой территории. Накануне в редакцию телеканала «Среда ТВ» поступило обращение от местной жительницы. Во дворе трех корпусов дома номер 4 несколько лет процветает пристанище для ворон и микробов. Нет ни покрытия, ни зеленых насаждений. В этой грязи застревают люди и даже техника. Почему дома были сданы, несмотря на удручающее состояние дворовой территории, загадка. Встретиться с застройщиком нашей съемочной группе так и не удалось. По словам представителя управляющей организации, проблема носит временный характер. Не так давно по соседству с комплексом было возведено новое жилое строение, до ввода в эксплуатацию которого работы на прилегающей территории недопустимы, отметил собеседник. В таком состоянии, потому что сейчас вот этот дом должен будет сдан быть на баланс администрации, и придомовая территория будет облагорожена. Но в связи с тем, что сейчас зима, и машины, любые машины, например, даже которые тяжелые машины, чтобы вывозить весь этот мусор, не получится этого делать. По весне уже застройщик тоже собирался. Мы тоже, как управляющая компания, свои усилия в этом плане приложим. И думаю, по весне этот вопрос можно закрыть легко. Ситуация находится на контроле управления жилищно-коммунального хозяйства, подтвердил и специалист ведомства. Наблюдать благоустроенную площадку можно будет уже летом текущего года. С нами согласовано. В данный момент ведутся работы по поводу этого благоустройства. Мы взяли на контроль. Естественно, будем это все вести, смотреть, наблюдать обязательно. А примерные сроки? Примерные сроки, я думаю, то, что к лету эта площадка уже будет полностью сделана. В планах управляющей организации обустройство детской площадки, зеленой и парковочной зоны. Наша съемочная группа будет следить за развитием событий.